это Фил. А вы с премьер-министром Канады типа встречаетесь? Нет. Нет? Нет. Странное дело. Я знаю отличное местечко. Называется мини-бар. И он у меня в номере. Сам спросил? Да ладно, я и сам не раз целовался с мировыми лидерами. Мужчинам не нравятся женщины, у которых больше власти, чем у них. Не спросишь, почему я все еще один? Да я и так в курсе. Да, тайны тут нет. Госпожа госсекретарь, это видео с Фредом уничтожит вашу карьеру. Она сказала мне. Все нормально, вы отлично выглядите. Это как в «Красотке». Но она Ричард Гир, а ты Джулия Робертс. Судьба на твоей стороне. Плохое у меня предчувствие. Фред, мне нужно срочно обсудить с тобой мою речь. Я слишком доминирую. Нет. Мы сделаем именно то, что ты воображал. А потом ты меня развернешь, шлёпнешь по попке. Господи.